Приторчит твои бои на арте, вечная моя зависть. И пример, смотрю твои нарезки регулярно. Катер, слушай, ну, зависть, зачем зависть? Если ты как бы доволен и радуешься за меня, так и говори, рад за то, что ты можешь. А зависть — это такая хреновина. Ты же знаешь, говорят, белая зависть, там, черная, такого же не бывает. Это так, к слову. На самом деле, почему не бывает? Потому что, ну, условно, одно из определений зависти... Одно из определений зависти. Это знаешь что? Зависть — это сожаление о благополучии ближнего. Вот тебе и все кино. Дедефолт. Здорово. Арта — это грех. Грех — это говорить о чужом грехе необоснованно. Вот это грех. А так-то. Белая моя стата на арте желает лучшего. Да, всему свое время, слушай. Всему свое время. Ну что, ждем здесь кого-то. Кто может приехать? Один из ЛТ. Ну давайте хоть сломайте домик. Ну и домик, говорю. Машинку. Не хотят. Неужели сюда никто не поехал? Сюда же катается кто-нибудь. Так. Ну, где вы, друзья, товарищи? Я даже боюсь представить, куда эта вся банда поехала. Не понимаю. Так, 49-го вижу. Т-57. Без полного сведения дадим, да? Ну, так, по жопке 240, ладно. Смотрите, все-таки приехал. Но у них, видите, кто приехал. Тяж. Это хорошо. Сколько играю на ней, Динфолд? Ну, тут сколько играю, наверное. В начале, когда только начинал играть. Сейчас я вспомню. Ну, не сразу. Не сразу. Сначала были ПТшки. Арта появилась позже. Мне кто-то сказал, нам нужно, чтобы кто-то играл на арте. Я говорю, ладно. Что мне... На арте, так на арте. А что за зверь? Он говорит, ну вот такой. Смотрите, я стою так, чтобы можно было по К-91 кинуть. Вот сюда. Видите, вот как бы можно было бы, но пока не до него. Пока давайте. Ага, выходит. Выходит друг. Он сейчас выйдет, смотрите, в спину нашему бить. А я ничего не могу сделать так. Пока что. По жопе, да? 341. Так. Ну, наверное, пока не стоит убегать. Пока не стоит убегать отсюда. Я имею в виду налево перемещаться. Там и хэвика не... О, отлично. Тогда надо по хэвику. Давайте в нормальном прицеле. Хэвика нет, 780-й есть. Я не знаю, зачем он заехал сюда. Это что такое, блин, крутит, мутит. Какой-то обманщик. Прям нормально арта накидывает. Для, допустим, М53 или 212-го это был бы хороший урон. Это вот кто-то сказал, что это какая-то британская арта, так себе. Вообще не так себе, я вам скажу. Она и по точности нормально. И КД, смотрите, 27 секунд. Кстати, мы хотели посмотреть, что за пушка. Я думаю, топовая пушка. Я вряд ли бы поставил сюда что-то другое. Без сведения. Да, не получилось. Но... Надо было подождать. Ладно. Короче, играю, наверное, ну так, лет 8 точно именно на арте. Ну, там, с перерывами на... На это самое, на год, на полтора там. Полтора загнул. Ну, месяца 8 точно. И год был. А там, где по 2-3 месяца даже не в счет. Хорошо. Ну что, пришло твое время, 780-й. Вы видели, да? Полное сведение. И хоть тебе что. Антон, Арчи, возможно, мы в каком-то клане были лет 6 назад. Слушай, 6 нет. 6 нет, я тебе поясню. Я в клане, наверное, самый старожил. Я был в каких-то кланах еще до этого.
Ну, в каких-то, не помню в каких. Ну, то есть не то, что меня там прогнали, просто в каких-то кланах я был. Что делаем? Вот так. 170 рядом упало, и уже как хорошо. Так, у меня только артобат 9-9. Не зря ли начал с этой ветки арты? Слушай, ну ты десятку в любом случае возьми. Девятка артобат тоже прикольная. Она же точная. Хорошо от трассеров уходить. Кто трассерит. Нормально. Но в любом случае я тебе рекомендую следующую арту. Качай советы. Куда? Ну сюда давайте. Ну, оглушили все достаточно. Там у нас еще ПТ-шка новая. Но это все чепуха. Потому что мы будем стрелять вот сюда. Поехали вперед. Игорьки, всем доброй ночи. Саша Макаров, всем привет. 100 лет не был здесь, хороших каток. Спасибо. А, еще ТВП. Слушай, я уже думал, мы полностью победили всех. Нифига мы всех не победили. Тут еще полно. Так, ну, мне тут нечего делать. Пацаны там сами все должны сделать. Почти 3 секунды летит. Немножко оглушили, но что там еще две арты. Так, насчет зерен кофе, светлые зерна, легкая прожарка, кислинка, темная максимальная прожарка, нет кислинки, то есть горечь. Средняя обжарка, баланс между первым и вторым. А что светлый это сам? Антоха, даешь. Я просто потребитель кофе, а ты мне тут уже обжарки все рекомендовал. Я ему даю туда куда-то, на, чтобы он поехал, он не едет. Приветствую тебя, дядь Миша, Сахалин на связи. На связи. Войт Алекс, здорово. После 26-й все арты с башней найс. До сих пор плачу с 26-й, точнее ее нерфа. Ну что сделаешь? Я думаю, мы сюда сделаем первый выстрел. На арту не отвлекаюсь. Сюда выстрел, а потом мы дадим ему, когда он еще нарисуется. Вообще надо ближе подъехать. На сарае не сыграет, это ты о чем? Так, сам иногда психую, даже больше не от игры, а от того, как люди неграмотно играют. В Краснодаре вообще беда с хорошим кофе. Сейчас вот только открыл для себя хороший кофе в бранче, который около администрации. Да, я понял. Это если смотреть, лицом туда стоит с левой стороны, по-моему, там хвалили это дело. Ну что там торт? Где он? Мы ж по нему уже кидали. 91. Кого он там убивает? Слушайте, но если вот торт останется один живой, я же его не победил никак. Не могу сказать, что кран лопух наш, но... А, у нас еще вторая арта есть. Вот на гусеницу сейчас само то. Мишань, салам пополам, катнись, пожалуйста, на 8 краткая Франции. Так, Мишань, салам пополам, коснись, пожалуйста, на 8 Франции, на лорке. Видишь, пока мы тут думали. Ну, я готов. Давай. Кунцпанцер. Мне же свет нужен, друг. На 8-ке. Хорошо, катнусь. Артобату нашему надо было бы тоже уже переехать куда-нибудь. Я, короче, знаете, как сейчас стану и буду сдавать задом, пока есть возможность.
Ага. Ой-ой-ой, капец нашему, походу. Или тут рельеф, рельеф. 2,5 секунды. Ну, по торту, да, девяткой 336. Это хороший урон. Это не то, что я себя хвалю, просто реально. Это хороший. И дальше, наверное, ближе не надо вот так. Его задача просто по нашему КД его подсвечивать. И все, больше ему ничего не надо. Не, вот он неправильно едет. Ему нельзя туда, ему надо... Нельзя ему туда прям подъезжать. Он как в шахматах, видите, прилип. Куда не поедет, везде ему. Везде ему не рады. Ёлки-палки. Вопрос, где он пройдет. Смотрите, ждем его вот здесь. Если сломает эти ящики, мы сюда стрельнем. А если не сломает... А если не сломает, то стрельнем сейчас вот здесь. Так. 4 минуты, а ну-ка. Глянь. Блин, чуть не упал. Да ёлки-палки. Сейчас, ребята, как вам Т-92? Косая, косая арта, но... Блин. Пенек на батя, куда он поехал? Да ты смотри, где он его нашел. Это да. Что у нас за бат? Девятка. Рано он поехал. Короче, смотрите, план какой. Надо ему в жопу заехать и пристрелить. Он-то не развернется так быстро. Надо так поехать, чтобы не разбиться. Ну что, усиленный? Вот и пришло время усиленных снарядов. Ух ты ж, блин, он развернулся. Он еще и жопой отъезжает, да? Не пойму. Ну, как-то так. Так, Вадим, спокойной ночи, давай, спокойной ночи. Алексей 89, здорово. Да, гол забили. На сарай советов так выкатываю иногда, да. Да, пристрелили его усиленным. Согласен с вами. Бой хороший. Даже его, наверное, положим в эфир.